На месте будущего стационара Уральской городской больницы завершена прокладка инженерных сетей. Запуск тепла в некоторые отделения медучреждения проходит уже по новой трассе. Свайное поле забито на 70%. Для того, чтобы сократить сроки строительства, привлекается дополнительная техника. Сейчас на стройплощадке идут монолитные работы и монтаж металлоконструкции. Напомним, первая очередь стационара, пищеблок и прачечная введены в эксплуатацию в 2016 году. Строительство нового основного корпуса стационара планируется завершить в трехлетний срок. Финансируется проект за счет средств бюджета округа и при поддержке нефтяников. Во-первых, убедились мы, что сегодня у нас строительство продолжается полным ходом, что работа ведется комплексно, что тоже, на мой взгляд, является показателем эффективности, что не только забиваются сваи, мы ждем, когда это будет закончено, а сразу же заливается фундамент, уже готовы к укладке предперекрытия. И вот по уверениям застройщика, что в скором времени начнется уже кладка кирпичных стен, и мы увидим уже практически рост первого этажа. Строительство ведется в непростых условиях. Совсем рядом действующий стационар больницы. Изношенные инженерные сети тоже создают сложности в работе. Тем не менее, отставания от графика нет. Добавлю, современный стационар в Урае возведут в рамках национального проекта здравоохранения.